Итак, наша третья речь представлена была Марией Калугиной по новому образовательной программе Pathways, или пути, дороги, такое рабочее название пока еще. И сейчас мы впервые услышим оценку устную речи, которая сделана по этой новой программе, потому что программа стартовала лишь 15 мая, совсем недавно. И представит нам ее Виктория Могучая. Прошу. Ирина, благодарю тебя за такое представление. Для меня сейчас, конечно, ответственность за эту оценку возросла, потому что я, оказывается, первый оценщик по новой системе Pathways. Надеюсь, не упасть лицом в грязь и, собственно, показать хороший пример. Маша. Маша, оставь телефон, посмотри на меня. Я записываю оценку. Ой, черт возьми, тебя не проведешь. Мария, я очень рада, что я оцениваю именно твою речь. Мы с тобой знакомы, я немного сейчас отрефлексирую к первому оценщику. Мы знакомы с тобой лично, и мне довелось наблюдать твой прогресс как спикера. Это очень важно, потому что мне есть действительно о чем судить. Я бы хотела начать с того, что действительно это новая система, новый проект и совершенно много нового. Поэтому очень важно было справиться, и, на мой взгляд, ты абсолютно справилась. Будут пометки, над чем лучше поработать, но в общем и целом ты произвела на меня очень положительное впечатление. Итак, ты выбрала сторителлинг как основной способ подачи речи. Это один из механизмов, одна из структур, сторителлинг, отлично подходящий для презентации личных историй. И твоя история называется «Танцы моей жизни». Ты выбрала сторителлинг, и ты очень угадала и попала в структуру, поскольку ты использовала очень много эмоциональных образов, очень много картинок, очень много выражений, которые передавали именно эмоции, передавали твой личный опыт. Я пометила для себя некоторые из них, которые мне больше всего понравились. Если говорить о образах, которые были визуальные, то есть ты рассказывал, я была в таком-то платье, так-то выглядело, происходили такие-то вещи, вот мы там танцевали бальный танц, много картинок. Картинки — это то, что помогает нам действительно услышать историю. Но кроме картинок, ты еще донесла очень интересный лингвистический аспект. Какой? Такие выражения, как «танцы», отвечают взаимностью, что тоже показывает сразу картинку и настроение. Модерновое здание, что было очень оригинально, оно привлекло мое внимание сразу. Все упирается в партнера. Это такая отсылка к юмору, отсылка к игре слов. Маленькая яркая жизнь. Очень хороший эпитет, очень много яркости в нем, эмоций и, собственно, картинки. Что было однозначно хорошо? Мне очень понравился твой образ, то, как ты выглядела сегодня. Речь идет о танцах. Речь подает девушка, замечательная девушка, симпатичная, привлекательная, яркая, интересная. И ты преподнесла нам образ действительно девушки. Открытые плечи, воздушная белая блуза. Это нам действительно показывает образ танцовщицы. Яркости, легкости и женственности. И как раз очень тематично с этим ты связала красную нить своего повествования. Мужчина. Но что может быть более актуально для женщины? Конечно, мужчина. И ты рассказала об истории с мальчиком, о том, как он тебе, конечно же, отказал. Это был такой искренний момент, и однозначно это был момент юмора. Юмор всегда выигрывает любую историю. Затем ты вернулась к теме партнера и показала временное развитие ситуации. Сначала был мальчик, сначала ты была девочка, потом прошло время, и ты стала уже взрослой девушкой, и теперь уже речь пошла о взрослом партнере. То есть мы видим временную градацию. Время было также очень грамотно использовано, когда ты называла какие-то... Я все равно буду продолжать. Когда ты называла... Мне есть что сказать. Ты называла временное развитие ситуации. 2 года я занималась, было первое выступление. Это было время распада СССР. Я переехала в другой город, и я уже училась в университете. То есть мы видим временную градацию развития событий в твоей истории. И она действительно от твоей личной жизни. Что еще было очень удачно? Структура. Любая история, даже если она лично, должна иметь структуру. У тебя было начало, завязка, у тебя была совершенно плавная структура с временными переходами, и было завершение, которое было образцовым. Ты прямо дала нам понять, что это выводы, и ты развела их по пунктам. А, Б и так далее. Это очень важно, потому что часто люди не умеют заключать, да, делать вывод истории. Ты нам показала, что заключение такое. Жизни, то есть танцы моей жизни — это, по сути, маленькая яркая жизнь. Над чем стоит поработать однозначно? Над 2 вещами. Первое — это зрительный контакт. Господа, зрительный контакт — это самая большая проблема всех спикеров. Ты не всегда могла держать контакт с аудиторией, ты смотрела вверх, смотрела в стороны, и это отвлекает. Это тот момент, на котором нужно работать, и который достаточно сложно дается людям. Почему? Потому что мы все сталкиваемся с психологическим дискомфортом. Я смотрю тебе в глаза, я тебя не знаю, кто ты такой. Но глаза — это как раз вот это зеркало души, и нужно с ними работать. Когда мы смотрим людям в глаза, мы устанавливаем личную связь, и это помогает нам держать аудиторию постоянно слушающей, активной позиции. Над чем еще поработать?
конечно же, работа с голосом. В данной речи есть такое употребление «стиль повествования». И твой стиль — это вот такая вот нежная, такая пушистая, такая облачная, такая приятная, очень омиротворяющая, какая-то такая легкость. Но при этом голос должен играть. И мне немножко не хватило игры голоса. Да, я поняла, ребят. В завершение, что хочу еще сказать. Мне очень понравился твой проект. И поскольку цель проекта — это презентовать, здесь по-английски очень сложно переключаться, презентовать историю, презентовать рассказ и при этом получить обратную связь и на основании обратной связи построить следующий рассказ, я очень надеюсь, что обратная связь была тебе полезна. И давай и дальше так, но обрати внимание, пожалуйста, на зрительный контакт и на голос. Спасибо. Спасибо большое. Да, учитывая лимит времени, добавить мне тут нечего. Я полностью согласна с оценкой Виктории. Я думаю, по поводу цели проекта Pathways мы поговорим немножечко позже, потому что для меня самой есть некоторые моменты по поводу цели этого проекта, которые остались непонятными.